Всем привет! Сегодня мы будем лепить ихтиостегу. Ихтиостега – это род примитивных стегоцефалов, живших в девонском периоде. У ихтиостег были лапы, но они, возможно, не использовались для ходьбы по суше. Ихтиостеги имели хвостовой плавник и некоторые органы чувств. Ихтиостеги достигали около 1 метра длиной и имели 7 пальцев на задних лапах. На хвосте у них был плавник рыбьего типа. Ихтиостега была открыта в 1932 году. Вот такая ихтиостега у меня получилась. Всем пока, спасибо, что досмотрели это видео. Следующим моим животным будет остеолепис.